подготовка к спектаклю, зал маленький, но зато близко видно сцену и актеров. А как тебе подруга? Ой, ну, тоже очень симпатичная. Очень хорошая, да, очень хорошая. А тебе не... Он предложил мне снова встретиться. Да, да, мой дорогой, ты знаешь, я вот не знаю, если можно шаться мне или нет. И ты решила спросить совета? Кто подумал, вдруг мне скажешь, а? Не ругаемся. Мы просто обсуждаем. И мне вообще, когда организовывается такое глобальное большое торжество, это значит чудовищно тяжело организовать. Чудовищно? Чудовищно? То есть наша свадьба для тебя это чудовищно? Нет, конечно. Понравилось, спектакль отличный.